Это просто обязано быть. А я не фоткаю, я видео снимаю. Это вы просто так защищаетесь от коронавируса? Нет, нет, социально дистанцирование. Это социальное дистанцирование. 1,5-2 метра тире. Вот. У вас все нормально? У вас все хорошо? Нет, а вы почему так вышли? Вы в общественном месте находитесь, девушка. Ну, я одета, все закрыто. А, то есть вот так вот, да? Ну, ладно. А зовут вас как, говорите? Не надо, пожалуйста, меня снимать. Нет, у вас все прикрыто, а низ не прикрыт. А вы думаете, что там через низ ничего не пролетит? Вы можете удалить видео? Нет. Зачем меня снимать? Нет, потому что... Не, ну мне прикольно. Как так? Девушка, вот вы вошли, вы в общественном месте находитесь. Как так вообще возможно? Вы как вошли в магазин вообще? Это представляете, вот если бы я зашел без трусов, например, в магазин. Ну, покажите, в трусах. Не снимайте, пожалуйста. Все, поздно, поздно метаться. Все, девушка, это YouTube и это антикоронавирус, я так понял, что... Лицо в маске, но низ без прикрытия. Ёшкин кот. Все.